Здравствуйте, ребята. Продолжаем посевно-посадочный сезон. И сегодня я хочу посеять на рассаду капусту. Ранняя капуста называется июньская. Вот она, видите? Я прикупил вот такой вот контейнер с ячейками. Значит, здесь 4 на 9. Что я сделал? Взял почвосмесь. Вот, засыпал сюда в эти, в ячейки. Взял эти пульверизатором, хорошо эту земелечку промочил. И взял вот такую вот палочку. Вот, можно карандаш любой. И наделал вот тут вот отверстий. Ну, а не отверстий, а углубление. Отверстие, когда это насквозь. А углубление, когда это малюха вот так вот. В эту, ну, чтобы почва не осыпалась, я ее хорошо промочил и замочил, и промочил, и, в общем, она мокрая, и хорошо это все делается. А теперь что? Беру вот это вот я, этот самый, вот тут что-то порвалось, наверное, отсыпали себе уже эти самые семена. С краюшка что-то такое. Ну, ладно, не имеет значения. И теперь вот сюда вот я возьму маленько семян и насыплю. Много я не буду сыпать, потому что, как сказать, много ранней капусты нами не надо. Вот, и поэтому я вот, значит, сделал 8 штучек. Вот, может быть, и будет это достаточно. Вот, и теперь беру вот эти вот пинцетиком аккуратно вот это, эти семечки вот так вот. Белую коробочку насыпал, чтобы лучше было их брать. Видно, понимаете, вот так вот. И беру вот так вот пинцетиком раз, и в это, оп, и кладу вот сюда, в каждую эту ячеечку, что получилось, каждое углубление. И видно хорошо, здесь они семена туда ложатся, вот. Я здесь вот немножко, понимаете, как, даже если можно взять такой карандаш, у меня вот здесь оно как бы немножко на конус, и поэтому, когда семечко сюда бросаешь, оно раз, и по центру там, оказывается, по центру, вот, раз. Ну, падает. О! И туда на центр оно падает. Вот так вот беру палочку и серединочки вот так вот небольшое. Миллиметров 5-6 углубленницы я делаю. Небольшое вот такое вот. Раз. И вот так прокручиваю, чтобы земля сюда не налипала. Вот, не прилипала. И вот здесь вот то же самое. Вот так вот. Раз. И сделал. Отверстия. Опять я говорю отверстие. Отверстие это когда насквозь, а это углубление. Ну что ты тут ходишь, светишь? Снимать не хочешь, а ходишь, подсвечиваешь мне. Чтобы было виднее. Угу. Так, и теперь вот видите, как семена вот здесь, они хорошо их видно. Вот. И вот так вот сюда вот ячейку. Вот. Раз. И оно туда на центр падает. Ну так... Сколько нам этих ранней капусты? Сколько? 8 штук хватит или мало? Хватит. Хватит. Вон, видите, оно туда падает. И в этот самый. Хватит или добавить еще? Да хватит. Да? Мы с тобой, знаешь, мало едим. Да, мы мало едим. Да. Вот. И теперь что я делаю? Сюда поклал я вот в эти каждое отверстие по одному зерну. И теперь вот это вот можно взять вот так вот. И вот это все вот так вот присыпать. Вот, вот так вот. Мелко, мелкими этими самыми. Как эти? Ну, мелким, мелким, мелким. Ну, засыпать, короче говоря, вот эти отверстия. Опять отверстие. Углубление с семенами капусты ранней июньской. Засыпаю, насыпаю вот так вот. Видите, как вот. Все. Это я засыпал. О. Вот. И теперь я беру обратно эту брызгалочку вот так вот и аккуратненько это все пробрызгаю для того, чтобы это семечко, это зернышко, это вот, чтобы земля вот эта и вокруг него уплотнилась, была плотненькая, вот. И это
семечко, она так охватит все, и оно будет быстренько набираться влаги, а потом начнет прорастать, значит. Вот. Вот это я сегодня так вместе с вами посеял на рассаду раннюю капусту июньскую. Вот. 8 штучек. Сегодня у нас, значит, 4 марта. Ой, нет, 4 апреля. Понедельник, 4 апреля 2020 год. И будем наблюдать и смотреть. Поставлю вот сюда я на вот эту полочку на свою, значит, их. И будем наблюдать, когда они будут прорастать, как они будут прорастать. Ну, периодически буду побрызгивать каждый день, чтобы земля была влажная, чтобы хорошо все прорастало. А вас всех благодарим за внимание. Желаем всем удачных посевов, хороших урожаев. Здоровья всем. До свидания.